Отставки неизбежны. В Рио губернатор области анонсировал кадровые изменения в мэрии Челябинска и правительстве региона. Об этом Алексей Текслер заявил на своей первой пресс-конференции. Правда, торопиться с решением новый глава региона не будет. Даст чиновникам шанс проявить себя. Как я понял, за эти 10 небольших недель, так сказать, ожидания таковы, что они должны быть сделаны немедленно, но, безусловно, я хочу пообщаться со всеми, хочу посмотреть людям в глаза, хочу понять их реальные компетенции. Мне штампы не интересны, мне интересно то, как человек реагирует и решает задачу. Вообще результативность – это одна из основных качеств людей, которые должны находиться в моей команде. Алексей Текслер также отметил, что у него уже был с властями Челябинска серьезный разговор о состоянии областного центра. В Рио губернатора поставил перед мэрией задачи и проверит, как они будут решены. Город должен измениться уже к лету. Отмечу, что во время первого объезда Челябинска Алексей Текслер оценил его благоустройство на 2 с натяжкой. Раскритиковал ларьки и киоски, подчеркнув, что это пережиток 90-х. Сейчас в первую очередь глава региона намерен заняться проблемой общественного транспорта в Южноуральской столице.